Так, вон он лежит. Один, второй. Первый контролирует ситуацию, второй отрубился. Лобо Грис, серый волк. И он так настроился на меня, прям притаился. Такой. Это бурые медведи. Их там я издалека что-то увидела, несколько штук. Несколько штук. То есть прям богатый зоопарк, черт побери. Прокорми вот эти туши, да? Раз, два, три, четыре. Четыре штуки. Да активные заразы. Их, ой, как страшно смотрит. Ну, медведи, они такие. Я к ним отношусь, мягко говоря, осторожно. Вот. Не, не пахнет. Так, это нам осупарду. Не, ну, слава богу, хоть здесь сказали, что живет и в России. Обычный наш бурый медведь. А то там серого волка нарисовали только, значит, что он живет в Америке. Что за бред вообще, бредятина какая-то. Ну, этих ребят даже я не заинтересовала. Но, тем не менее, они предпочитают находиться под дождем. Вот так.